Уважаемые судачане, еще раз всех поздравляю с праздником, с прекрасным нашим 1800-летием. Я горжусь нашим городом, я думаю, вы им гордитесь, вы его так же любите, как наши гости, которые приехали с нами разделить этот праздник. Сегодня последний день наших всех торжеств. Прекрасный день, солнечный, яркий. Идет прекрасный бокс, который нам подарил Дейч Борис Давыдович на его кубок. Я думаю, это знаковый кубок. Если будет так продолжаться дальше, мы будем ежегодно делать такие соревнования, потому что нашей молодежи это нравится, задают вопросы, интересуются спортом. Я всех поздравляю еще раз с нашим праздником. Успехов, удачи. И хочу выразить слова благодарности, Борис Давыдович, вам за этот прекрасный сегодняшний день, который все наши судачане смотрят. С праздником всех. Спасибо, Владимир Николаевич. Спасибо. Пожалуйста.